Здравствуйте, в эфире КРТВ новости, в студии Анастасия Евстафьева. В этом выпуске нечто новое для России. Кто больше наберет галочек, так скажем, того партия потом должна будет рассматривать как кандидата. Праймерис провели в преддверии сентябрьских выборов депутаты в Госдуму и областной парламент. Кто пришел на предварительное голосование? Потому что надо. А потому что мы люди старой закалки. И как активны были красногорцы. Старт дан. Крокус-экспо открылся пятидневный финал чемпионата рабочих профессий. Это не только руки, но это интеллект. Буквально несколько часов назад стартовал финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. На площадке «Крокус-экспо» он будет продолжаться в течение следующих 4 дней. Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по мировым стандартам. Чемпионат в 4-й раз в нашей стране, и впервые площадка его проведения стала Подмосковье. Принимают участие более 700 юношей и девушек, выбравших для себя рабочую специальность от 18 до 22 лет, а также юниоры от 10 до 17 лет. Это представители 74 российских регионов и стран зарубежья. В ближайшие 4 дня молодые профессионалы будут состязаться в самых разных областях. Администрирование IT-систем, строительстве, веб-дизайне, ресторанном сервисе, поварском деле – всего 95 компетенций. Московская область выиграла право на проведение национального чемпионата. И нас отделяют 4 дня от того, чтобы узнать, кто у нас будет в России лучшим среди поваров, среди кондитеров, среди плотников и так далее, и так далее. Я думаю, что страна узнает своих героев. Хорошо известно, что рабочие профессии сегодня крайне востребованы и нужны. Потому что сегодня рабочая профессия – это не только руки, но это интеллект, это различные высокотехнологичные отрасли, которые здесь представлены. Московская область традиционно массово будет участвовать в соревнованиях наряду с такими территориями, как Татарстан, Москва. Думаю, что наши ребята, их порядка 125, вновь проявят себя. В Красногорском районе, как и по всей стране, прошло предварительное голосование. Жители выбирали кандидатов, которые, по их мнению, могли бы выйти на сентябрьские выборы депутатов Государственную и Московскую областную думы. Впервые западный опыт был применен в России в таком масштабе. Его использовала партия «Единая Россия». И, надо сказать, праймерис вызвали определенный интерес со стороны электората и тех, кто хочет быть политиком. Выдвинуть свою кандидатуру могли даже не состоящие в партии власти, а оставить галочки в бюллетенях было дано право всем желающим, вне зависимости от партийной принадлежности. За ходом голосования в Красногорском районе следила наша съемочная группа. 8 часов утра на счетном участке номер 52, как и на 19 остальных, в Красногорском районе был дан старт предварительному голосованию. Опечатанные урны пустовали недолго. В первые минуты 9-го на участок в 10-ю школу уже пришло несколько человек. За такую активность им дарили сувениры с лозунгом «Включайся». Ну, я ранняя птица, поэтому я рано стою, чтобы быть первым всегда. Мне не безразлична наша жизнь, наших граждан и тем более моей семьи. Все счетные комиссии работают, все участки счетные открылись. На данный момент все спокойно, никаких инцидентов нет. Люди идут постепенно, но, наверное, это и хорошо, что постепенно, потому что бюллетеней много. Праймерис решили провести по всей строгости избирательного законодательства. Так всех пришедших проголосовать регистрировали по паспорту. Сделать свой выбор на участке могли только жители, прикрепленные по прописке. Правда, в отличие от настоящих выборов, здесь территории укрупнили. К примеру, в 10-й Красногорской школе ждали всех, кто живет в микрорайоне Чернево. Бюллетени приготовлено по каждому избирательному округу по 2000, вот у нас, например, 140. То есть всего 10 700 бюллетеней. Это, конечно, большая цифра. Не знаю, будут ли они там использоваться, хотя бы там треть из них. Но, тем не менее, работа проделана большая. Работа, как в традиционные дни голосования, легла на плечи педагогов школы и колледжей района. Они прошли обучение и вышли в школы как члены избирательных комиссий. Жителям, пришедшим на праймерис, пришлось сделать непростой выбор. В бюллетене напечатано больше 10 фамилий, всего же листов 5. По партийным спискам, по одномандатным 120 округу в Госдуму
и 7-му Истринскому в Мособлдуму, 7-му Красногорскому в региональный парламент. Причем в списках были не только представители партии власти, но и большое число беспартийных, а также сторонников «Единой России». В отличие от привычных выборов, галочки можно было ставить хоть за всех кандидатов сразу. И вот 5 бюллетеней. 5 бюллетеней. 2 бюллетени – это выборы в Государственную Думу. 1 бюллетень, где перечень кандидатов, которые готовы и хотели бы пойти на выборы по одномандатному округу. Причем у нас осенью будут впервые вот за последние годы в Государственную Думу выборы не только по партийным спискам, а и по одномандатным округам. А 2-й бюллетень – это те кандидаты, которые хотят попасть по партийному списку в Государственную Думу. И 3 бюллетени по выборам в областную Думу. 1 список – это общепартийный наш список, где будут выбирать, кто будет в головном партийном списке. И 2 бюллетени, так же, как в Государственную Думу. 1 по одномандатным кандидатам и 2 по тем, кто будет в нашем окружном списке. В первой школе к полудню проголосовали около 30 человек. На здешнем 55-м участке свой выбор делали жители исторического центра. К этому времени явка в районе была не на столь высоком уровне, как ожидалось. Впрочем, праймерис свою основную задачу выполнили еще до голосования. О кандидатах люди узнали заранее. Не за несколько недель до реальных выборов, как это обычно бывает. Помогли и дебаты, которые проходили весь май в Красногорском районе. Когда говорят, что это все игра, это все формальность, на самом деле, я скажу, по нашему округу даже, это далеко не формальность. И даже те, кто вроде бы шел не очень серьезно, попробовать, посмотреть, может быть, даже проконтролировать и посмотреть, как этот процесс организован, то вот в ходе дебатов, в ходе всей работы подготовительной, в ходе встреч даже с населением накануне предварительного голосования, у многих возникло желание действительно по-настоящему себя попробовать. Генеральная репетиция перед сентябрьскими выборами, на то и репетиция. Результаты майских праймериз сыграют роль при решении, которое примет партия «Единая Россия». Кто же из кандидатов будет баллотироваться в Госдуму и Мособлдуму? Подсчет голосов будет рейтинговый. То есть, кто больше наберет галочек, так скажем, того партия потом должна будет рассматривать как кандидата на выборы уже вот осенью. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ. Явка на праймерис в регионе составила 9,6%, сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова. По ее словам, лидером по посещаемости праймерис стал Сергиево-Посадский район. Там пришли 11,2% электората. Аутсайдером стал Красногорск. У нас явка составила 6,6%. Низкую посещаемость в партии связывают с плохими погодными условиями. В выходные шли дожди. Также Лидия Антонова уточнила, что информация о серьезных нарушениях в Подмосковье не подтвердилась. В ходе российских праймериз поступило всего более 400 жалоб и обращений на процедуру предварительного голосования. Однако в целом промежуточные выборы прошли корректно, говорят «Единой России». Раньше похожую процедуру проводили внутри партии, но сейчас кандидатов впервые выбирали обычные граждане. Как заявили в руководстве партии, на выборы пришли больше 9 миллионов человек по всей России. Кто и как делал свой выбор? Из большого числа кандидатов в кандидаты. В Красногорском районе расскажет Максим Мельников. Предварительное голосование, как это и положено, длилось в течение всего дня. Для граждан нашей страны праймериз такого масштаба, процедура новая. Может быть, этим был вызван повышенный интерес. И хотя по Красногорску явка была не самая высокая в области, на некоторые участки избирателей в этот день пришло больше по сравнению с прошлыми выборными кампаниями. Неожиданно для нас явка очень высокая избирателей, очень высокая, очень активные избиратели. Вот, причем стараются каждый, ну, в общем-то, отдать свой голос за тех кандидатов, которые, ну, в общем-то, им нравятся, наверное, вот, которых они выбрали. Вот, невзирая на погоду и другие какие-то обстоятельства, воскресенье, к примеру. Ну, в общем, люди очень активны. Люди идут с хорошим настроением, учитывая, что сегодня у нас и предварительное голосование, еще и церковный праздник Никола. Поэтому никаких инцидентов пока не было, и мы надеемся, что не будем. Люди так вот с хорошим настроением идут, с удовольствием, я бы так сказала.
А еще было заметно, что граждане, пришедшие на голосование, заранее готовились к этой процедуре. Одни узнавали информацию о кандидатах из интернета, другие посещали дебаты. Так или иначе, все они сегодня сделали свой выбор. А на вопрос, почему решили поучаствовать, отвечали следующее. Ну, потому что, наверное, что-то надо в нашей стране менять. Лучшую сторону и выбирать кандидатов. Хотелось оставаться неравнодушной к нашему будущему, потому что мы воспитываем детей и очень переживаем за будущее наших детей. Поэтому хотим, чтобы у нас было все лучшее для них. Ну, прогуляться, солнышко выглянуло, вот и что, как хорошо. Ну, в то же время это посмотреть, кто там. Потому что решила выразить, значит, принять участие вот в этом голосовании, для того, чтобы молодежь пришла к власти, правильно? И люди достойные, вот, ну, не те, которые за границу потом убегут, а которые будут здесь работать и строить наше новое общество, потому что его надо строить. Еще много-много этих недочетов. А потому что надо... А потому что мы люди старой закалки. Среди тех, кто пришел на выборы, были люди, чьи фамилии значатся в бюллетенях. Действующий депутат Госдумы Мартин Шакум сделал свой выбор в 6-й Красногорской гимназии. По его словам, нынешний эксперимент с праймерис полностью себя оправдал, и его итоги будут полезны в преддверии осенних выборов. Предварительное голосование – это возможность принять для себя решение и прийти в большую политику без каких-либо фильтров, поучаствовать, обкатать свою программу, поговорить с людьми и понять, насколько вообще ты способен быть политиком, насколько твои идеи, твоя позиция как-то сочетается с позицией людей, насколько она им привлекательна, насколько они готовы поддержать тебя. Еще один кандидат Сергей Маликов считает, что предварительное голосование – это шанс для молодых политиков заявить о себе. Главное – иметь свою точку зрения на проблемы и уметь слушать и слышать жителей. Это сегодня как раз курс обновления партии, обновления системы, обновления партии власти, потому что к нам сегодня пристальное внимание. К нам сегодня очень много критики, в том числе, да, потому что тот, кто делает что-то, того всегда и критикуют. Поэтому это прекрасное мероприятие. Оно действительно даст свои плоды. Сегодня уже порядка 3,5 миллионов в масштабах страны проголосовало. Мы ожидаем где-то примерно миллионов, наверное, я думаю, 7-8 в масштабах всей страны. Это очень хороший показатель. Как и положено, сегодня за ходом голосования пристально следили наблюдатели. В их числе оказались и красногорские общественники. Представители районной общественной палаты контролировали ход выборов на всех избирательных участках. При каждом участковом, я теперь не знаю, комиссии, наверное, или как это по-другому называется, у нас дежурят члены общественной палаты. Вот это мероприятие, праймериз, я считаю, что хорошее начало, это прекрасная площадка для молодых политиков. А поскольку не все, поскольку участвуют в таких дебатах, я думаю, что они нарабатывают опыт, который пригодится впоследствии для создания условий жизни наших граждан и нашего Красногорского района. Избирательные участки в Красногорском районе открылись в 8 утра и работали целый день, поэтому каждый желающий смог сделать свой выбор. Ну а в 8 вечера, согласно регламенту, участковые комиссии завершили прием граждан и приступили к подсчету голосов. Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, участок 59 по организации проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва прошу считать закрытым. Прошел день спокойно. Жалоб у нас на участках не поступало. Наблюдатели были все на местах. Наши избиратели приходили, знакомились с бюллетенями. Для них это было, конечно, впервые такое. Они, в общем-то, не ожидали увидеть такое количество бюллетеней и таких больших, потому что кандидатов очень много. Кабины тайного голосования практически всегда были заняты, потому что надо было все прочитать и выбрать своих кандидатов. Максим Мельников, Михаил Петухов, Марианна Быстрова, КРТВ.
Сегодня продолжается подсчет бюллетеней и подводятся итоги новой для страны политической процедуры. Выбирали кандидатов кандидаты от «Единой России». В сентябре они будут бороться за места в парламенте. Впервые на предварительных выборах голосовали не однопартийцы, а обычные избиратели. В «Единой России» подчеркивают, это общедоступное открытое голосование. Инструмент прямой демократии, позволяющий партии выходить на парламентские выборы не с тепличными кандидатами, а с теми, кто получит реальную поддержку людей. В Красногорском районе идею поддержали 35 600 избирателей. Итоги голосования будут обнародованы 24 мая. Почти 5 тысяч человек прошли первый этап диспансеризации в Подмосковье в минувшую субботу. Таковы итоги от Минздрава Московской области. 21 мая единый день диспансеризации состоялся в том числе в Красногорском районе. У нас медицинский осмотр прошли 586 человек. За один день, в свой выходной, максимально удобно и быстро можно позаботиться о своем здоровье, пройдя все необходимые обследования первого этапа диспансеризации, уверены врачи. Проверяться нужно раз в 3 года минимум. Порядка 34 тысяч подмосковных выпускников будут сдавать единый государственный экзамен в этом году. Из них свыше 3 тысяч человек являются выпускниками прошлых лет. Сдача ЕГЭ стартует 27 мая и продлится до 30 июня. В Московской области при проведении ЕГЭ будет задействовано 258 пунктов на базе школ, готово 24 резервных места. Все они оборудованы металлоискателями, системами видеонаблюдения и подавления сотовой связи. Обязательными предметами для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике. ЕГЭ по русскому пройдет в Московской области 30 июня, по математике базового уровня 2 июня, профильного 6 июня. Уже работает телефон доверия по вопросам ГИА и ЕГЭ в Красногорском районе по номеру 104-68-38, код 495. Можно обращаться всем, кто готовится к тестам, а также сообщать о незаконных предложениях по продаже контрольных измерительных материалов. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. Половина преступлений, совершаемых на улицах Подмосковья, раскрываются благодаря системе городского видеонаблюдения «Безопасный регион». Об этом сообщили в Главном управлении безопасности Московской области. При этом анализ системы видеонаблюдения показал, что она еще не в полной мере отвечает современным требованиям. Среди основных недостатков правоохранители отмечают отсутствие единого центра управления мониторингом и единого программного обеспечения, а также разрозненность систем видеонаблюдения в городах Подмосковья. С начала 2015 года на территории Московской области начался первый этап реализации системы «Безопасный регион», в ходе которого до 1 сентября должны установить 3000 видеокамер в местах массового скопления граждан за счет регионального бюджета и 3500 у школ и детсадов за счет муниципального бюджета. Общее же число установленных камер к 2017 году должно превысить 10 тысяч. 160 тысяч рублей вернули нерадивые коммунальщики жильцам домов в Красногорске. После жалоб и проверки госжилинспекции справедливость восторжествовала. По данным ведомства, управляющая компания МУП РСП начисляла плату за неработающий мусоропровод. Незаконные поборы производились с мая прошлого года. Обслуживающие организации предписали произвести перерасчет платежей с момента начала управления домом, то есть с мая прошлого года, а также открыть мусоропровод, либо предоставить решение собственников о том, что они не хотят его использовать. Больше 160 тысяч рублей жильцам вернули, мусор они теперь выбрасывают в мусоропровод. Информацию обо всех детских площадках в регионе соберут в одной базе данных. Она будет пополняться и обновляться. Сегодня на территории области имеется около 12 тысяч игровых зон, на каждой из которых может быть установлено около 10, а на некоторых и больше игровых элементов. Для того, чтобы собрать, обобщить, систематизировать, каталогизировать и обеспечить сохранность информации о каждом элементе, была создана программа. Ей будут пользоваться сотрудники Госатомтехнадзора. В каталоге будет дата и место установки площадки, наличие на ней ограждения, освещения, видеонаблюдения, тревожные кнопки и сведения о наличии зеленых насаждений и типе покрытия, а также информация о проверках. Сейчас и сотрудники Центрального аппарата службы, и инспекторы территориальных отделов заняты наполнением базы данных. К июню этого года планируют закончить работу, заявила начальник ведомства Татьяна Витушева. По ее словам, аналогов базы нет, а то, что за последние 3 года сделано для детских площадок в Подмосковье, в разы превышает то, что для этого делалось ранее на протяжении 15-20 лет.
До конца июня городская организация «Парки Подмосковья» планирует озеленить Красногорск. Главный акцент будет сделан в парке. На клумбах зацветут однолетние растения. В других цветниках появятся 60 видов цветов. Среди них всем известные и любимые хризантемы, флоксы, незабудки, колокольчики, пионы, тысячелистники и астры. Всего более 8 тысяч экземпляров. Территория детского городка «Сказочный» также преобразится. Предусмотрены посадки плодовых деревьев и кустарников, жимолости и малины. В детском городке и в зоне барбекю в городском парке. Повышение температуры до 25 градусов и кратковременные дожди ожидаются на этой неделе. Ближе к выходным количество осадков заметно снизится, говорят синоптики. Природа начнет перестраиваться на летний лад, согласно календарю. Днем 24 мая прогнозируется погода с кратковременными дождями, которые начнутся после полудня, и местами будут сопровождаться грозами. Температура воздуха составит 19 градусов, к вечеру около 12. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону редакции и по электронной почте. С вами была Анастасия Евстафьева. До встречи!